Здравствуйте! Сегодня суббота, 16 октября 2021 года, и мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион, Тель-Авив, Израиль. И на сегодня запланированы рейсы. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Стамбул, Турция. Рамон, Эйлат. Париж, Франция. Рим, Италия. Рига, Латвия. Низ, Франция. Вена, Австрия, Рамон, Эйлат, Наполи, Италия, Афины, Греция, Лион, Франция, Стамбул, Турция, Рамон, Эйлат, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты с остановкой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, Милан, Италия, Тбилиси, Грузия, Пхукет, Таиланд, Пафос, Кипр, Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Бухарест, Румыния, Майами, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Майами, Соединенные Штаты Америки, Чикаго, Соединенные Штаты Америки, Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Стамбул, Турция, Аддис-Абаба, Эфиопия, Торонто, Канада, Аддис-Абаба, Эфиопия, Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки, Торонто, Канада, Амстердам, Голландия, Франкфурт, Германия, Стамбул, Турция, Франкфурт, Германия, Варшава, Польша, Стамбул, Турция, Афины, Греция, Киев, Украина, Прага, Чехия, Барселона, Испания, Москва, Россия, Амстердам, Голландия, Лондон, Англия, Вена, Австрия, Стамбул, Турция, Рамон, Эйлат, Будапешт, Венгрия, Стамбул, Турция, Ираклион, Греция, Лондон, Англия, Прага, Чехия, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Цюрих, Швейцария, Мюнхен, Германия, Цюрих, Швейцария, Мюнхен, Германия, Киев, Украина, Цюрих, Швейцария, Анталия, Турция, Белград, Сербия, перелет был отменен, Рамон, Эйлат, Рим, Италия, Пафос, Кипр, Рамон, Эйлат, Прага, Чехия, Батуми, Грузия, Бухарест, Румыния, София, Болгария, Париж, Франция, Ларнака, Кипр, Париж, Франция, Тбилиси, Грузия, Милан, Италия, Прага, Чехия, Рамон, Эйлат, Пафос, Кипр, перелет был отменен, Лондон, Англия, Дебрецен, Венгрия, Лондон, Англия, Рамон, Эйлат, Краков, Польша, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Стамбул, Турция, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Стамбул, Турция, Будапешт, Венгрия, Батуми, Грузия, Будапешт, Венгрия, Вена, Австрия, Рамон, Эйлат, Анталия, Турция, Афины, Греция, Рамон, Эйлат, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Бергамо, Италия, Баден-Баден, Германия, Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Баку, Азербайджан, Каир, Египет, Рамон, Эйлат, Копенгаген, Дания, Будапешт, Венгрия, Вена, Австрия, Анталия, Турция, Вена, Австрия, София, Болгария, Тбилиси, Грузия,
Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты. Анталия, Турция. Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты. Рамон, Эйлат. Париж, Франция. Тиват, Монтенегро. Батуми, Грузия. Киев, Украина. Марракеш, Марокко. Родос, Греция. Прага, Чехия. Пафос, Кипр. Стамбул, Турция. Ларнака, Кипр. Рамон, Эйлат. Франкфурт, Германия. Берлин, Германия. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Москва, Россия. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Москва, Россия. Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты. Ларнака, Кипр. Рамон, Эйлат. Родос, Греция. Варна, Болгария. Брюссель, Бельгия. Вена, Австрия. Мадрид, Испания. Париж, Франция. Брюссель, Бельгия. Франкфурт, Германия. Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты. Бухарест, Румыния. Батуми, Грузия. Кишинев, Молдавия. Лиссабон, Португаль. И Лондон, Англия. Всего на ближайшие сутки запланировано 183 перелета. Два из них были отменены. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи 20 октября на моем канале.